Китает я, Романович. Я бы в жизни вот в это забытое богом место в нашем городе не приехал. Это планета лета. Я не знаю, что за маркетологи, но вот такое название придумали. И здесь находится Эльдорадо, ближайшее к моему, в принципе, дому. А в Эльдорадо я бы тоже в жизни, наверное, не приехал. Я, в принципе, не люблю ни видео, ни Эльдорадо. Мне больше нравится, где онлайн, да где можно что-нибудь со скидками урвать. Сегодня мы заберем самую максимальную колонку Sony XB41 за 13, мать его, тысяч рублей. Покупая свежевышедший iPhone, колонку JBL, колонку Sony или заказывая на AliExpress, можно неплохо сэкономить. Кэшбэк-сервис Letyshops позволяет возвращать деньги с ваших покупок в более 1000 интернет-магазинов. Достаточно всего лишь зарегистрироваться по ссылке в описании, установить суперудобное расширение, которое не только напоминает о кэшбэке, которое еще и отслеживает динамику цен на AliExpress, что очень важно, когда наступают осенние распродажи, китайцы пытаются нас нахлобучить, а вы тут по динамике цен херак и поняли, что цена-то была и лучше, можно посидеть, два денька подождать и купить выгодно. То есть Letyshops не только возвращает деньги, он еще помогает покупать вам выгодно. Регистрируйтесь, устанавливайте, и будет вам счастье. Что интересного я хочу рассказать. Sony XB41 это конкурент JBL Extreme. И я, кстати, еще не знаю до сих пор, это конкурент JBL Extreme 2 или конкурент JBL Extreme 1, потому что второй стоит 16 тысяч рублей, первый стоит как раз таки где-то примерно 10 тысяч рублей. Эта колонка стоит 13 тысяч рублей, сейчас в данный момент, возможно, будет дешеветь. Это свеженькая колонка, здесь 40 ватт, и вообще это, наверное, самая нафаршированная колонка, которая есть у Sony в данный момент. И именно я бы сказал, что они делали на нее ставку, то есть все колонки до этого хороши, ну, XB21 немножко какая-то такая лажа, XB31 уже исправилась, но в то же время хотелось бы что-то получше, и вот сюда они вложили максимум. Главное отличие вообще этой колонки, давайте сразу будем говорить, то что от предыдущих версий, то что, во-первых, центр управления сосредоточен в самом центре, как бы это ни звучало банально, и есть кнопка, вы обратили внимание, Live. Live кнопка означает, что это активация живого концерта. Прямо так и называется это, не удивляйтесь, активация живого концерта. Давайте глянем из периферии, что может быть еще интересного. Ну, здесь увеличились клавиши, они реально стали здоровые. Это батарею, и свет мы можем потушить. Здесь wireless party chain. Это мы можем подключить до 100 колонок. Прекрасно все. То есть мы все предыдущие версии, которые у меня, тоже в каком-то из отдельных видео объединим и послушаем, как они играют. И можем добавить какую-то из колонок, чтобы играло стереозвучание. Заряжать эту колонку, кстати, еще ее главное отличие от всех предшественниц. Эту колонку можно заряжать с помощью линейного выхода. Видите, audio in. Вот она. То есть, подожди, а нет, господи, это AUX, вот она, вот он линейный выход желтый, то есть вы можете прямо через блок подключить, и наконец-таки в этой колонке идет блок, а не просто microUSB. Ну и при желании вы, кстати, можете заряжать и через microUSB, потому что разные ситуации, и в этом плане Sony красавчики. Ну и никто не отменял вот этот вход, это не пиратство, с флешки до сих пор слушать музыку нельзя, это именно вход для того, чтобы вы могли подзаряжать свои устройства. А вот здесь вот, давай покажем, во-первых, ну, кстати, что я скажу, что минус, мне не нравится, и все-таки JBL Extreme, что та, они очень портативны, нереально. То есть ты ее на плечико с помощью ремня, опа, зацепил за одно, за второе, на плечико через ремень, через плечо, точнее, накинул, и все, и погнал. Здесь, к сожалению, такого не будет, ну, вот так вот. Здесь у нас есть переходник сразу на европейские вилки, вы видите, и вот, вот такой вот блок, все. Что здесь из блока? Получается, а что здесь? Очень все просто, да? Вот эту штуку мы вот так вот ставим, опа, в розеточку и погнали. От этого блока она, безусловно, будет заряжаться быстрее. Не знаю, сколько будет заряжаться, но и также через microUSB есть зарядка. Ну, это респектово. Из характеристик я также добавил, что здесь стереодинамики с двойными пассивными излучателями. В принципе,
Здесь больше, наверное, рассказывать-то нечего. Ну, классная подсветка, базара нет. Еще посмотрим, зайдем в мьюзик-центр, насколько подсветка изменяется. Мне здесь в большей степени интересно, что насколько она будет играть на свои 40 ватт. И второе, что мне интересно, именно что дает клавиша Live. То есть, когда ты нажимаешь, что-то изменится сильно или нет. Вы помните, что клавиша была на предыдущей серии Extra Bass, и когда ты ее нажимал, то там прям вообще кач начинался жесткий. То здесь я, честно говоря, не знаю, что от этого клавиша изменится. Сейчас на наших часах 22 часа 49 минут, соседи справа веселятся, а те уже притихли, вы понимаете, что сейчас мы будем ходить прям по тонкой грани. Я просто сам человек такой, что как свинья не люблю себя вести, поэтому у нас есть очень немного времени послушать пару треков. И самый прикол, что оставили самую мощную колонку, наконец. После этого в комментариях посыпется, что типа, вот я знаю, я приезжаю на природу, такие же пидоры ночью включают музыку. Но вы поймите, что, во-первых, эти ребята еще, блять, вроде не спали, а сейчас погасло. Во-первых, они еще не спали, вот. Во-вторых, еще даже нет 11, типа криминал еще пока не начался. А еще в-третьих, мы снимаем видео. И как бы не просто так тестим, хотя это странная отмазка. Знаю, что вопросы будут по поводу, что а где этот трек и так далее. Все треки будут в паблике, ссылка на него в описании под видео. Я там после каждого видео выкладываю, что играло в конкретном видео. Кстати, я не знаю, может, через микрофон было слышно или нет, он вот здесь вот нацеплен. Но, что интересно, дает эффект прям очень интересный. То есть, если так она играет прямо, то здесь вот правда есть такой эффект концерта. Такое ощущение, что каким-то образом она резко вот так рассеялась. То есть звук стал, ну типа говоря, вот был прямолинейный, и его как-то вот так вот рассеяло. Очень прикольно. По крайней мере, по одному треку, ну я не могу еще прям 100% судить, но очень интересно зашло. Sony, вы красавчики иногда бываете. Давайте переместимся в Sony Music Center. Мы зашли в Illumination, и здесь можно настраивать как раз-таки эту самую подсветку. Но ничего, в принципе, не изменилось. То же самое, что у XB31 было. Party Booster, ну, я вам сколько раз уже показывал, что... Ну, давай еще раз покажу, вот просто. Давай, сейчас я его включу. Ну вы поняли. Алексей Ильющенко скинул трек «Аромат» Иван Валеев. Подсветка-то стала как ярко-то прям так комбинировать, классно смотрится. Это чтобы опять же не обмануть, это режим, по-моему, рандом. Получается классный режим. Сейчас скажу точно, это режим у нас, да, рандом флеш офф. Здесь очень интересный вот этот вот фейстейбл, да, по-моему, приложение. Оно реально диджейское, то есть можно управлять и реально яркостью подсветки и как она будет светить. Еще и есть различные сэмплы, которые можно добавлять прямо к трекам. Наверное, будет про это приложение отдельное видео и про эту колонку Sony, чтобы ее максимально раскрыть. Пока что очень интересно, есть режим Live, который в некоторых треках тащит, прям вот раскрывается вот так вот, а в некоторых треках, вот, например, в Milky Chance, мне прям хотелось, чтобы она играла поуже. И когда я сделал поуже, звук был намного ярче, ну, по крайней мере, для моих ушей приятнее.
вот режим концерта не для всех треков подходит, но для некоторых он просто необходим. Очень классно зажигает. Ну и мы наконец-таки дошли до бас-теста. Бас-треки вы пока скинули не дико много. Продолжайте кидать, ссылка будет в описании. Значит, я выбираю трек от Сергея Гутника. Экстра-бас 20 дБ. Все прям очень просто. Лютый бас. Прошу протестить, пожалуйста. Серега, сейчас будем тестить. Ну и еще один бас-тест от Егора Смирнова. Малый повзрослел. Но здесь, походу, тоже бас-бустед версия. Бас-тест, и у нас даже пропал звук, то есть у меня зарядились уже аккумуляторы в микрофоне, которые радиоприемник, и извиняйте, но концовочка будет прямо, знаете, ярчайшим треском дров, но при этом, к сожалению, вот она будет не так, что у меня где-то здесь нацеплено. Теперь вы понимаете, как хорошо с камерой, точнее, как хорошо со звуком хорошим. Ты громче говори, не бойся. Я не боюсь, буду сейчас говорить громче. Что? XB41 реально зашла. Ничего сейчас не могу сказать против. Единственное, что могу сказать, что лайв режим, как я вам сказал, что он бывает хорош, бывает нехорош. По мощности она очень бодра. Нужно будет эту колонку еще посоперничать с JBL Boombox. Нужно будет 100% этой колонки посоперничать с новой JBL Extreme 2, вообще безусловно. И если колонка за тренажку будет рвать, то, может быть, нету смысла переплачивать за JBL Extreme 2. Хотя вы меня считаете каким-то амбассадором JBL, что типа, если я сейчас скажу, что JBL проиграла, то все, мне где-то бабки лишние не занесут. Мне бабок вообще не заносят, поэтому давайте будем честны. Вот где честно, так я и говорю. Что еще? Подсветка безумная, режимы классные, то, что динамики подсвечиваются, это вообще очень добавляет прям азарта такого хорошего. И есть крутое приложение, о котором я вам сказал, что мы обязательно разберемся. Играет ли она на тренажку? Это мой вообще любимый вопрос, когда я тыщу колонки. Играет ли на тренажку там или на определенную сумму эту колонка? Я, наверное, скажу в данный момент, что да. Вот если бы она стоила где-то там 1017, я бы такое еще подумал. Так она играет на тренажку. И самое главное, что она, в отличие от предыдущей серии Sonic, не проваливается. Но, скорее всего, отдельное какое-то видео с Соньками предыдущего поколения, прям общее, сразу все сравнить, наверное, стоит, чтобы вы поняли. Потому что если Соньки сейчас дешеветь будут, их можно будет брать подешевле, может быть, действительно стоит и их брать. Может быть, сильных различий нету. Но я вас уверяю, что все-таки и в дизайне, и в подсветке, и в водонепроницаемости различия есть. Те-то вроде тоже не тонут. Но они не тонут-то без гарантии. А здесь по гарантии утонуло, по гарантии отнес, потому что они здесь заявляют. И самое, кстати, что я вам не озвучивал ни в одном из роликов Sony, где мы снимали на природе, что эти колонки прошли определенные тесты, и их можно, представьте, я это сейчас делать не буду, но их можно кидать с 1,5 метра. То есть, чтобы вы понимали, ну где-то метр это вот так, да, но где-то получается 1,5 метра это вот так. То есть с 1,5 метров эти колонки тестили, кидали, и я сейчас могу реально кинуть. Не хочу этого делать, потому что очень жалко. Это приобретение за мои бабки. Я, тем более, знаете, особенность какая? Я не собираюсь ее кидать. Если ее кто-то со стола случайно уронит, это кайфово. Молодцы, что сделали Sony. Но с другой стороны, и она не заявлена, что она противударная. Поэтому я ее кидать точно не буду, никакого смысла в этом не вижу. Короче, Sony меня порадовали, если подводить небольшие итоги вообще в серии, они порадовали.
очень классную серию сделали, но есть определенные замечания, особенно к первой колонке. Дальше только тесты со всеми различными JBL-ками, и тогда выявление того, что вот это лидер или вот это. Ну и мне нужно время, чтобы я просто свою музыку послушал вообще в непринужденной обстановке и понял, что и как. Огромное спасибо, что смотрели. Ссылка на эту колонку будет в описании. Специальная ссылка, где куча магазинов высвечивается и где есть скидки на все это дело. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. И на этом наши съемки на природе завершаются. Таким звуком отвратительным баловать я вас больше не могу. Вот надо зарядить вот эту систему, и тогда будет счастье. Все, давайте, красавцы. Пока.